Всем привет! Всем привет, народ! Продолжаем играть в Арамчик и ждать новый сезончик. Как будет новый сезончик, так ворвёмся, чуваки, ворвёмся на своей любимой Лимин. Вот. О, батю нам дали, наконец-то нам дали батю, чуваки. Кто давно смотрит меня, блин, как же меня хейтят эти бати, блин, это постоянно... Это который from... Да, from Noob Team, да, именно я про него, про этого батю, короче. Да, чуваки, не забывайте подписываться на мой канал, не забывайте, вы даете мне отцовского пендаля, так сказать, тем самым. Вот, ну что, надо запомнить ник бати и посмотреть, как он сыграет. И вообще, кого нам дадут? Пожалуйста, Bless RNG, просто... Кто-нибудь хороший, пожалуйста. Кто-нибудь хороший, прошу вас. Кто на тапке? Кто на тапке? На тапке. Поросёночек. Поросёночек на тапке? Да, да, походу поросёночек на тапке. From Noob Team, слушай, и как бы и ник такой многообещающий, и уровень, так сказать, чуваки. Ну тут без вариков. Да. Тебе, кстати, тоже насыпало люто хорошо. Ну, кроме мурчали. Да, два газлоу. О, люто. Два газлоу, это люто просто. Офигенно. Блин, чел бы еще Аурель взял. Ой, ну все. Ну все, чуваки, это победная будет. Два газлоу, это просто. У нас хил на. Зачем он в конце переднапробился на чувак? Why? Да, я тоже так считаю. Этот второго уровня. Не, ну судя по тому, что он выбрал Ауриэль на втором уровне там. Да, он скорее батя. Всего его просто забанили, его аккаунт. Слишком много жалоб, наверное, на нем было. Тут же прикол. Да, тем более против двух Самура, лол. Тут же прикол у Близзардов, что все твои, ну, эти... Тут же все твои репорты, они как бы... Жесть, два самура, это просто, я не знаю. Опа! Я ненавижу эти машинки. Я ненавижу, когда... Оп. Оп, там писечка в неё. Я двоих убила, лол. Я даже не ожидала. Блин, я с двумя самура просто... Тироэлю там вообще капздат.
Оп. Оп. Блин. Оп. Так. Оп. Блин, маны-то нету, ни хрена. Пошла пить ману, получается. Ой, покасики! Блин, манны бы дать. Дайте манны. Блин, 30 секунд еще. Блин, сорян. Ладно, ничего не буду писать, потому что... потому что сама виновата. Оп! Оп! Блин, жесть. Давай, чувак! Покасики. Ай! Спасите! Да что за хейтер на башне? Что за хейтер на башне? Реально, что за хейтер на башне? Блин, поскорее бы уже дали, короче, это... Что это за глазик такой непонятный, я не знаю, что это такое. Вайтман ультанул. Да, первый раз просто вижу такую ульту, поэтому немножечко прифонарил.
Так, надо переставить, так сказать, свою. Тихо-тихо. Оп. Так. Лол. Оставили своего этого. О, там писюльчик. О, все пронзательные. Блин, хейтер на этих, честное слово. Жесть, просто лютый хейтер на башнях, лютый хейтер на башнях, чуваки, лютый. Так, я, ладно. Так, ну как-то так, чуваки, лютые хейтеры на башнях просто, лол. Так бы были MVP, если бы не две башни. Ну один раз, конечно, сама виновата, не буду жаловаться. Ну второй раз люто захейтила башенка, лол. Вот, всем спасибо, чуваки, за просмотр, всех люблю, целую в пузик, и не забывайте подписываться на канал. Все.